Всем привет, с вами Прострочка Патруль Нижний Новгород. И мы находимся в Самаре. И вот здесь сеть X5, гипермаркет Карусель. Тут какой-то самолет. Самолета не видно, одна надпись. Ребят, вы просили, чтобы мы приехали в Самару. И мы в Самаре. Фильм-контент. Я просил первый. Мои просьбы были услышаны. Карусель, 1000 причин, чтобы найти просрочку. Так, ребят, нашли кофейный коктейль «Актуаль» до 9 января. Просрочен на 3 недели. Что, идем на кассу, покупаем. Так, что у нас? Кассир Ирина продала просрочку. Город Самара, Московское шоссе, 185А. Так, это у нас «Актуаль» кофейный до 9 января 2020 года. Сегодня у нас 1 февраля. Что, пошли? Мы подойдем. Мы подойдем. Раздеваемся. Сейчас будет жарко. Так, Андрюх, Карусель опять тухлятина торгует. Это беспредел, я же вас сюда 9 января. Это X5. В 5 раз больше просрочки. Кидаем. Поехали. Умножай на 5. Да, 5 раз больше, чем в любом другом магазине. Так, ребят, в первую очередь мы будем смотреть всегда детское питание, потому что оно бывает просроченным, и ваши детки могут отравиться, и вам это не понравится. Это, в принципе, как и им, наверное. Самое опасное детское питание, что у нас? Агуша, Тёма. Агуша, засыпайка, не просыпайка, и Тёма, Тимофей. Охранник уже кому-то отзванивает. Тут блогеры. Давайте к нам поможете. Давайте к нам. Ну, что я могу сказать, вот... Ульяновская область. Ой, смотри, я взял первую фрутоняню, она уже течет. Потекла. Короче, ее испорченная упаковка, такое ну точно продавать нельзя. Так. Че, опять в Юсте? Клубника. У него срок короткий, я же говорил. Полгодика всего. До вот, декабря. Вот это 15.01.19 по 17.07.19. Реально на полгода. Да, этот декабря вот у меня в руке. Этот. До декабря. 30.06.19 по 30.12.19. А знаешь, что у нас здесь? Смотри. Андрюх, смотри. Опять лимонады, вот эти фьюсти клубничные. Вот это до 30 декабря 2019 года, еще в том году сдох. И где-то здесь есть, знаешь, до какого числа? Сейчас тебя удивлю. До июля, до 17 июля. Подожди, я не могу сфокусировать. Такой даже не фокусируется, ребята. Верьте нам на слово. На полгода просрочка. Короче, на полгода просрок, трэш. Да, и самое главное, что тут есть, засними, во, вот эту вот срок, дату. Смотри, что тут творится. Опа! До 17 октября 2019 года. Беспредел. 3,5 месяца назад просрочилась вот эта вот шляпа. Что, блядь? Ну что, ребят, опять у нас применяются спецсредства под названием стремянка. Сейчас мы залезем и проверим органолептические свойства. Ты аккуратнее, пожалуйста. Тёма, что у нас тут происходит? Тема свежий, даже вдалеке. Свежий, зараза. Так, мы подошли куда? Товар не прикрыт. Ну как, он прикрыт? Как-то вот так, да? Но я не рекомендую никому вот это покупать, потому что туда пыль вся летит в этот морковь. Там должна быть, ну, водички, черемша, вот. Видишь, а здесь прям все высохло. Это руками не будут трогать? Да туда уже все наплевали, не переживай. Так оно ж просрочено, смотри. Что, правда, что ли? 28 января, трое суток. Ну, с комода 31-го, ж просрочено. Да ладно. Вот это ведро все. Вот это упаковано 26 января. Трое суток. Просрочка. Слушай, давай соберем. Вот, ведерко на трое суток. А это на сколько черемша? 26 января, трое суток. Тоже до 31-го. Это урод чифилил. Что, в натуре черемша? На бум сказал, нихера себе. Черемша соленая. Дальше смотрим. 28 января, срок годности трое суток. Да, не прикрыто, здесь коронавирус гуляет. Это все испортилось вчера, вот это. Вот они специально стикеры вешают, чтобы люди понимали, но люди не слепые и должны видеть, что... Надо отбить страты называть, что делать. То есть вот, до 28-е, трое суток, это все сдохло. Ну да, 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 базар нет, надо звать администратора. Вон у нас продавщица в колбасе сидит. Давай к ней подойдем. А с той стороны глянь, там тоже салоны такие же? С той стороны. Да, вот тут. Что, там вообще ничего? Капуста, смотри, лежит он там, видишь, между этим. Потом ее обратно переложит и сожрет кто-нибудь с голодухи. Да она даже если на пол пойдет, ее все равно туда закидают. И так пойдет, это же X5. Ну, тот упаковал, даже не купил, что это такое. Тут он спаржа, смотри, в грибах валяется, и в этом фунчозе. Еще все перемешано. Давай подойдем вон. Она сейчас скажет, что я на колбасе, это не мой отдел. Здрасте. А можно об администратора? Вам надо подойти на сервисную зону. На сервисную зону? Только там мальчишки. У вас администратор всегда на зоне сидит? На сервисной зоне. Не на зоне, а на сервисной зоне. Надо им показать, что это такое безобразие. Пусть при нас все снимают. Да, ребят, у нас есть Телеграм, где выходят ролики, которых нет на Ютубе. Ссылочка в описании. И у нас есть еще Инстаграм, где выходят прямые эфиры с рейдов.
Поэтому обязательно подписывайтесь, и все будет чики-пуки. Здравствуйте, нам бы администратора или старшего кассира. Ой, вас тухляете на магазине. Нет, это не самое главное. Вы не самое главное? У меня нет администратора. Кому вопрос? Люди травятся у нас. Там огромную партию сейчас ей покажем. Можем закупить. Сейчас звонить будет. Так, алло, алло. Вот это я понимаю. Сервис ее мой. Не то, что в паркаусе. Не то, что. Возврат товара производится строго при наличии паспорта. Да ладно. Вот, прям вот. Ништяк, значит, повеселимся. Паспорта. Возврат товара. Это превышение должностных полномочий. То есть тухлятину они без паспорта продают, а возвращаются паспортом, значит. Как-то нечестно. Татьяна. Не отвечайте. Это вот это вот интересно. Информация. Так, а что у нас? Сейчас я напишу. 1111. Им поставим и все дело. Оцените, сейчас, пожалуйста. Сейчас я напишу он. Работу отзыв. Сотрудника торгового зала. Выкинь. Там не только, там, вон, смотри, качество товара, он, видишь, от 1 до 10, он, видишь, написано. Да единичку надо поставить. Ну вот, давайте. Можно, да, такой бланк? Сейчас жду. Так. Просрочку привезли. Да нет, Александр пришел. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, есть пару вопросов. Алексей, ну, давай. Так, у вас, во-первых, в магазине просроченное детское питание, знаете, оно уже в открытой коробке находится. Смотрите, срок какой. До октября. Сегодня у нас какой месяц? Уже второй, я вижу. Февраль 2020 года. Дети-то отравятся? Вы понимаете, я ночной администратор. Я не слежу, что дневной. А дневной, когда, да, дневной, когда приходит? Дневной администратор, там есть уже менеджеры и все остальное. А, там уже все серьезно пошло. Там... Мы хотим вам... Нет, ладно, это все мелочь жизни. Ведра показать. Саш, ну. Да. Проследуем, покажем, сейчас будете нам благодарны. Вот смотрите, что у вас здесь. Давайте с огурцов. Когда изготовлены, до какого? До какого 28-го, 1-го, 20-го. До какого? Да, получается, да, уже. Смотрите, 1-го получается. У вас все такие... Просрочилось, да? Да, получается. А вот это? Я вижу, я вижу. А вот это? Вот это, вот это, вот это? Василий, смотрите внимательно. Я вижу все прекрасно. Да. Вот это все надо снимать сейчас. Сейчас снимем, конечно. Люди ходят, покупают. Саша, а что, нет у вас этой электрической штуки, которая опускается? Это перекрестка такая штука. Коронавирус ходит, говорят. Кто-нибудь пчи. Я в курсе. И все, и кирдык все. В России вроде бы говорят, что нет. Говорят, двое уже все. Сейчас я сниму. Сейчас я за этим прослежу, чтобы это все. Позовите сюда сотрудников, пусть это они все снимают, утилизируют. Давайте. Саш, нам надо это зафиксировать, по-любому найдем. Не, мы лады. Естественно, я все сниму. Ну, все. Конечно. Ну, Саня пока ведет себя адекватно. Посмотрим, да, что будет дальше. А дальше нам нужен физик. Так. Физик. Надо было физик с собой брать. Давайте посмотрим, может, хоть помидорки не просрочились. А нет, они тоже просрочились. Вот так все. Все сдохло. Так, а томаты вот эти тоже просрочились. Ну, как я и говорил, это X5 в 5 раз больше просрочки, чем в любом другом магазине. Поэтому здесь, ну, реально отравиться, ребят. Это карусель. Так, сотрудник магазина пришел, сейчас будет убирать все ведра с просрочкой. Ну вот я как покупатель верю вот этим стикерам, вот видите, не, понял, они же не просто... Согласен, я ничего не говорю против. А на некоторых ведрах у вас нет стикера, заметьте. Да, вот да. Это как? Вон, да, огурчики сзади. Представитель здесь следить. Я сейчас все с ним моду, веду до руководства, это с утра, когда придет у нас. Даже интересно самому стало. Кто за это будет отвечать? Будет решать директор с замдиректором, что они будут с ним делать, списывать все это дело. Нет, ну списывать-то по-любому будут. Я это покажу, какие-то... Скайпись. Ну, административные, конечно, санкции будут? Это будет разговор с представителем, который должен следить, во-первых, за этой продукцией, потому что представитель, по сути, каждый день ходит, ну, по крайней мере. А и представитель всего... какой чего? Ну, вот это. Огурцов? Салат-бар. Они, естественно, будут разговаривать с фирмой, с которой вот работают. Пробуйте, ну, режь. Вот, это будет делаться. Мои дальше компетенции, решить, и все. Вот. Вот. Ну, довести, я пока, смотри, не доведу. Че, Танюх? Смотри, сколько сняли. За 10 минут. Оп, и все ушло. Свежее? Когда ты изготовление. Вчера, да? Открытия? У них после вскрытия какой срок годности? 12 часов или сутки? Срок годности 30 суток при температуре от 1 до 4 градусов. А вскрытая? Ну, вскрытая, я не думаю, что она там 31 число там вскрыта. Даже если пускай она 31 того же вскрыта будет, то как бы она до 2 месяца там конца уже пойдет. Не трое суток? Вот, 30 суток по навесу температуре. Хоть одного ведерочка нормально, уже плюс. Вот это снимать. Сань, черемши, все. Черемша капец. Да, понятно. Ее даже не берет никто.
Никто ее не любит. Помидоры тоже, что ли, в утиль? Ёлы-моталы. Там по стикеру как они? Посрочено? Ну, там, да, тоже трое суток. Вот же. Да это понятно, да, я тебя вижу. Че, 28-е, трое суток, ну все. В январе сдохло. Здесь, смотрите, написано 14-12 изготовления вообще продукции, да? Так. Здесь срок годности 90 суток, наверное, написано при температуре от 1 до 4 градусов. Ну, а скрыться 28-го, здесь вот. Не, я понял, смотрите, если он изготовлен 14-12, и даже пускай она 14-12 скрыта будет, да? Да. То 90 суток, это примерно она просрочится в третьем месяце. Ну, нет, 90 суток открытая? Срок годности, да. Знаете, когда вскрывают, срок годности уже меняется автоматически. Это трое суток, ну, полочный стикер. Фасованный колбасой, а, смотрите, температурный режим. Это я между строк читаю, да. Почему нот нет, не читает, я не понимаю. Ему это не интересно. После вскрытия упаковки вот не более 30 суток срок годности. 30? Да, получается, да уже. Так, а тут 3 написано. Так 30 или 3 после вскрытия? Здесь написано, но это самое стандартное, здесь золотое. Сань, фон, давай до выяснения. Ну ее нахер рисковать, как говорится, от греха. Пускай дневной менеджер. Посмотреть, чтобы разобраться. Да, конечно, ему. То трое, то 30 суток, понятно. Не, ну здесь написано после вскрытия именно 30 суток. А зачем туда этот стикер вообще? Вот, 30 суток. После вскрытия упаковки хранить 30 суток. Вижу. А так срок годности 90 дней получается. А этот стикер тогда зачем? Честно говоря, не знаю. Давайте разберем, а потом... Сань, до выяснения разбирайся. Ну, нафиг, ответ. Не знаю. Зачем стикер, не знаю. Вот это ответ. Вот это говорится без камеры. Вся жена на камеру. Да я за этого менеджера. Вот здесь у меня будет. Не, ну конечно. Вот здесь у меня будет бультик. В любом случае, подожди, Сань, погоди. Ты же понимаешь, что все равно это все вылезет. Только люди посмотрят и скажут, ну Саня вообще в натуре мужик просто. Я просто не против убрать, я же не говорю, что это самое. Ты на камеру скажи что-нибудь, скажи, да беспредел, скажи, да я тут разберусь, да я здесь вообще, блин, сам шок. Да не для контента, я смотрю, пацан, ты нормальный. Наоборот, уже сегодня да все было, бро, все увидите. Просто наоборот надо чуть. Мы я тебе покажу. Слушай, против, блин. А? Ой, ну, фу, блин, ты что? Это прям вот прям вообще, Сань. Не, просто я их смотрел. Я прям оплевался. Они там, а канал МР Рисо слышал такой? Как? МР Рисо. Не, погоди. Я просто их смотрел, он самый популярный контент, который, по крайней мере, был тогда. Мои уши сейчас завянут, Саня. Ну, смотри, 608 тысяч подписчиков. У человека лям подписчиков, смотри. Самара, ё-моё. И мусора, и просрок. Саня, есть выйдет? Так, ты сам сфоткал, ну, канал. Там виновные будут наказаны? Само собой. Точно? Конечно. Так, получается, что, салат-бар очищен, да? Ну, только, да, только да. Одно ведро, да, осталось адекватное? Ну, по крайней мере. А на той стороне что? На той стороне, честно сказать, не могу. Они вообще должны стикеры сохранять. Там без стикеров все? Нет, почему? Они привозят также, эти бачки привозят. И все должно сохраняться. А там есть? Должны где-то в холодильнике быть. А может это тоже просрочивать? Общаться, вот эта информация. Вот покупатель пришел, завтра он накладывает салат. С утра, как на собрание, там вот директор. Так, ну все, вот что, такая вот беда. Погнали, что, в утиль, как говорится, Сань. Ну пока не в утиль, потому что это списывают все-таки опять же дневные, не в ночную смену. Потому что ночная смена в основном разбирает, забивает. Дневному-то менеджеру, ну, просто по-братски. Да, да нет, привет-то понятно, ему все привет. Ну, пусть хотя бы рассольчик попьет, попробует. Органолептическим методом. Все по закону. Навряд ли они это самое. Не будут рисковать? Распробуют. Значит, знают правду за эту отраву, знают. Тань, да. Давай, подержи камеру. По старой схеме. Вот это все надо скрыть, чтобы никто это не купил, чтобы они не выставили все на продажу. Беру на себя ответственность. Вот это все на полгода. Вот этот чай, детское питание, он фрутоняня. Она потекла. Вот смотри, уже потекла фрутоняня. Все, няня потекла. Ну что, и возврат надо сделать вот эту, блядь. Нам возврат сделать. Сейчас на стойку информацию. Дадите вам возврат на стойке. Давайте. Сейчас паспорт еще возвращать. Да, там вот еще. Да вы что, какой паспорт? Не, я с этим не согласен. Ребят, напишите в комментариях, вот это, что за херня, кто паспорт, вы что? Давай, Танюш, мы сейчас отзыв оставим в Самаре. Тут много есть, хочешь тоже, на, держи тебе. О, давай. О, смотри, принесли. Образцы, давай. Так, оцените, пожалуйста, чистоту и порядок. Грязно. Оцените насыщенность гипермаркета товара. Ну да, много. Оцените качество товара. Дымши вот здесь минус 100. Прям пиши ручка. Минус X5. Так, работу сотрудников. Не знаю, на троечку. Работу кассира. Супер, она уж продала тебе просрочку. Ну да, они просрочку торгуют, красавчики.
Вот он. Напишите пожелания. Спокойной ночи. Ну что, вот так вот. Просто сода. МРС. Давай автограф оставим. Так что, ребят, подписывайся на просрочку «Патруль Нижний Новгород», также на канал «Просто сода», она же «Просто Ижога». Ссылочки все в описании. Ну что, и на МРС, на Андрюху тоже подписывайтесь. Супер канал. Вот, кидаем сюда. Вот он. Что, на возврат надо сделать? Просрочку. Где вы вас? С собой принесли, в корзинке она лежала. Вот там она лежала, в корзиночке. Так я и купил сначала, у меня чек есть. Давай. У меня чеки, я на камеру даже снимал, как я его покупал, что. И мы еще целый телефон. Сейчас нашли. Я приглашу вас, старшего кассира. Давайте. Да, мы ждем. Вот, пожалуйста. Я ее купил. Вопросы все вон туда, малыши. Вон туда. Вон там. Вот там. Какой вы необщительный. Вы ее с собой принесли. Нифига себе. Я сказал. Говорит, я с собой принес. У нас есть такое тоже? Я просто такое не видел. Не говорю, что не наш, я просто не видел. Да ладно, нам что? Ну, нам пару вон поставили. Что ты написал, Танюх? Вот я написал канал, YouTube, подписывайтесь, все дела. Кидаем ссылочку, туда. Вот, subscribe. А меня вот эта вот надпись смущает. Вы серьезно, при наличии паспорта? Если в день покупки... Нет, в день покупки. А, нет? Ну, я купил сегодня. Нет, ну это бред какой-то. Даже если я через 2 недели приду, какой паспорт, вы что? Ну, с нас 3 недели. Я же покупал без паспорта. Я 3 года хожу первый раз по паспорту. Вы понимаете, это тоже не на нашем уровне решается. Как сказали сделать, так и делаем. У вас даже нет права на обработку персональных данных. Как будто полиция какая-то. Это вы уже купили? Нет, это вам отдаем. Это мы уже все нарушили целостность. Смотрите, у вас фрутоняня вон какая, видите, потекла. На самом деле ходят представители, они должны соблюдать принципы ротации товара. Есть представители. Вот это вам мы оставляем, это не куплено, это все ваше. Вот за это денежку вернусь. Все добро. Да, всего добро, до свидания. До свидания. Прощайте, дедушка, до завтра. Завтра ваша смена? Завтра вы будете с зайцами. Прощайте. Да простили уже. Что там, Лёд? Деньги вернули, просрочку скрыли, сказали исправиться. Завтра придем, навестим еще раз, дрючим. Оставили ему там пару отзывов. Что-то горит. Так валим отсюда. Пердак у него подгорел, походу. Друзья, если вы хотите, чтобы мы приехали именно в ваш город, то просто напишите комментарий под этим видео. Мы ждем вас в Самаре или приезжайте к нам в Ростов. Мы читаем все комментарии и приедем к вам. Если подпишетесь на наш Инстаграм, то будете смотреть прямые эфиры с каждого рейда. А если подпишешься на наш Телеграм-канал, то увидишь то, что не выйдет на Ютубе. Обязательно поставь лайк под видео. Тебе не трудно, нам приятно. И нажми колокольчик, чтобы смотреть ролик первым. Всем пока!